Здесь стояла щучка. Вот и пошла куда-то непонятно. Сейчас вот здесь попробую поводить. Трава, блин. Травушка. Ну, может, здесь где-нибудь кто-нибудь сейчас даст. Под номером 5. Или вот в этом окошке. А тут кто-нибудь будет. Или вот в том окне. Настырная-то, а? Аж с корнями. Видали, какая трава вырывается-то у нас? Стоит она тут, блин. А тут мель вообще. Ага, был удар, друзья. Удар был прям это. Может, слышали прям спиннинг-то? Вот так сделал. Сейчас я туда попробую подплыть поближе. Где-нибудь отсюда, вот с этой травы, пострелять туда. Вот. Где-то вот здесь надо стрелять, короче. Сейчас переключим. Вот так переключим. Вон, видите, как гоняется кто-то. Там, наверное, окуни гоняют. Но это могла сюда зайти. Ладно, ладно. Вот так. Это в траву могла уйти, падла. Которая вот здесь была у меня сейчас. Ко мне могла под лодку идти. Но не факт, это трава здесь. Она в траву могла не идти. Скажет, зачем я пойду туда? Я лучше здесь постою, на чистом открытом месте. Так. Я вот сюда. Вот так кину и вот сюда протяну. Так, ладно. Так. Блин, тут был поппер, нам надо был. Что она вот там же вот ходит же. Вот в том вот окне. Вот окошечко вот там. Вот как раз почти сюда. Только, блин, за травой сейчас зацеплю. Где-то она должна быть там. Трава. Опер бы сейчас вообще прошел здесь. Классно. Так, ладно, вот сюда сейчас. Шандарахнем. Будем надеяться, что она сюда с травы вышла. Ага, был удар. Ребятки, был удар. Ударчик был, блин. Виброудар был такой прямо. Прям спиннинг завибрировал. Давай, покажись. Так, ладно. Так, сейчас включим. Вот сюда проверим.
Так, я вот думаю, нам надо вон туда ближе к берегу заплыть, и вот здесь будет прострел офигенный. Как бы по частине. По частине будем стрелять сейчас. Так надо было сразу сделать, блин. Я что-то сразу не подумал. Но она у меня вот здесь долбилась, ходила. Вот тут вот ходила, ходила прямо. В этих вот пространствах вот таких. Сейчас я вот сюда джикну. Вот сюда, ребятки. Вон она была где. Вот она где была, блин. Ну чё, звоним. Вот сюда сейчас кинем. Сейчас отсюда его вытащу. Должен, по крайней мере. Вся она сосредоточена, походу, в этой стороне. Щука, потому что здесь такая трава на дне. И она здесь, походу, должна быть. Вот сейчас там должна у меня быть. Потому что удары были там два. Два удара. Блин, комар такой нудный. Собака, а. Мелкий, а кусается, блин. Прям противно так. Удар был, друзья, опять же, здесь уже третий удар был в этом месте. Только я стреляю уже с другой стороны. Сейчас проверим, кто там. Блин, дальше надо было кидануть. Кто ж там был-то, а? Чё за щучка-то? Ага. Вот она. Давай, давай, давай. А, ну небольшая, друзья. А, палец, палец, палец. Вот. Небольшая. Но нормальная щучка. Небольшая, но нормальная. Это не мелкая еще. Вот. Это уже пятая у нас, ребятки, есть. Ставим вот такой лайк. Вон там опять плесканулась. Сейчас бы, блин, до туда мне стрельнуть, а, ребята. Ну, до туда я смогу, но только в траву, наверное, большинство закидов попаду. Нет, прям почти туда. Так, лучше я сейчас туда подгребу, ребята. Лучше я туда сейчас подгребу. По горячим следам туда подгребтись. Потом уже можно будет чуть-чуть вернуться здесь. Постреляйте. Вот она опять там что-то пуганула кого-то. Вот здесь стояла. Ушла щучина, здесь стояла. Так, снимаем мы или нет? Сейчас проверим, что кого. Съемка такая идет. Идет. Ну все, друзья, ожидаем сейчас удар. Возможно, вытащу. Блин, разворачивает меня. Ё-моё. Собачатина. Вот сюда недалеко. Хоп. Вот так.
Да. Куда же она загасилась-то? Ну-ка, вот здесь. Так, что-то... Так, проверочка. На наличие хищника. Хищников ищем. Короче, поводок потерял. Кинул он, слетел. Видите? Обрыв. Короче, поводку пиздец. Воблеру тоже. Вот. Где-то в 10 метрах здесь утонул он. От берега. Завтра придется мне с сачком прийти сюда. И гребать, гребать, гребать. Может, что и найду. Вот. Так, одеваю, друзья, синий воблер. Вот. Сейчас оденем его. Будем ожидать на него поклевки. Вот такие дела. Воблер, конечно, мне жалко свой, на мазу, блядь. Если я его завтра не вытащу, это крах. Крах, крах, крах. Так, тонет, не тонет, нет, не тонет. Мал, короче, зашибись. Вот такой вот воблерок. Вот, комары вот такие вот кусают, видите, суки. Так, проверяем щуп.
на вот этот воблер. Зацепов травы как бы... Но он как бы не сильно-то и цепляет травку-то, я бы сказал. Но он летит классно далеко. Вот так, если плавненько обходить траву, то он проходит ее мимо как бы. Вот. Ребятишки-то. О, прям возле берега сыграла. Прям вообще возле берега. Вот. Прям вот там. Классно. Сейчас мы попробуем вот здесь бахнуть, вот в это окно, а потом туда к берегу. Удар был. Но она в траве ничего не смогла сделать, ребята. Сейчас еще туда бабахну. Вот сюда. Хоп. Ничего не смогла она сделать. Так. Мелко, блин. Мелко, ребятки. Такой вот мелководье. И на этот огромный воблер здесь не кайфово, не кайфово. Ребята, вообще не кайфово. Я на нее еще ни одной щучины не поймал, на эту рыбину. Балдеть. Странно. Прозваниваем вот эту точку. Ага, взялась. Хорошая. Нихуя себе, ребята, большая. Хорошая, трава пошла, блин. Или я ее забагрил, или что? Нет, хорошая. Хорошенькая по сравнению со всеми этими. Она слабо жила.
Тихо, подружка. Два. Хорошая, ребята. Вот, возможно, даже такая у меня была эта, ребята, которая воблер у меня сломала, друзья. Вот видите. Возможно, даже и это. Но это классно, ребятки. Зачетная щучка. Ладно, шестая есть. Вот. Ну, уже под килограмм. Грамм 700, наверное, больше. Так. Солнышко, ребятишки, село. Вот. Ну, воблер мне вот этот тоже по кайфу понравился. Вот синенький. На него как бы взялось. Уже тоже я обловил. Но мой намадзу надо будет искать завтра, ребятки. Надо будет искать, как-то с очком попробую. Я вам завтра поснимаю вот это все дело, как буду доставать. Промазала, друзья. Наверное, видели, что промазала. Обалдеть, как мне ухи нагрызли. Аж горят. Как будто бы крапивой обшпарили. Да. Хорошая щучка, друзьяшки. У меня, по-моему, здесь такой не было. Крупный домой я не приносил с этого места. Так, звякнем здесь, звякнем сюда. Ах, прям в траву. Травой, что ли? Ну, это незначительная трава. Иди ты уже, блин, не выпендривайся.
Не каждая щука на этот воблер пойдет, на крупный. Скажет, что я буду дергаться на такую херню. Утка полетела, криковая. Травой, что ли? Да, трава. Ой, друзья, вот здесь прямо удар был. Прям промазала, бля. Хорошо. Свечку прям такую сделала. Надо загрепить отсюда. Ну где ж ты, моя щучечка, ты же где? 6 есть у нас, друзья, сегодня. На Намадзу, может быть, и взял бы. Могла об колодца уйти. Сейчас к берегу ближе кину. Травой, блин. Да. Хопа. Но это факт того, что у нас здесь осталась еще популяция щук на завтра, на послезавтра, на следующие рыбалки, друзья. Она у меня не одна сегодня промазала. Значит, нам можно будет смело сюда идти за щуками, друзья. Понимаете, в чем фишка-то? Ну, как 6 я хотел, так я и сделал. Но можно и побольше. Но уже темнеет. Уже пора домой чачить. Чачить домой. Ну-ка, с той стороны что у нас? Есть, нет? Ну-ка, вот там.
Сейчас вот проплыл от того места и попробую кидануть, может что. Ударит она. Уже вдоль вот этих трав. Может и накололась. Накололась, скорее всего. Ну что, друзья, смотрим результат сегодняшний. Так, куда высыпать-то? Вот сюда. Вот. Высыпали вот результатик. Вот. Сейчас разложим. Вот такая вот щука. Потом идут вот такая, вот такая, вот такая вот. 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 Вот, короче. И три карася. Ну, уже фигово видно, друзья. Короче, 6 щучек. Одна такая приличная. С вами был Fisherman Hunter. Кто не подписался, подписывайтесь. Оставляйте колокольчики свои, там, комментарии. Все, короче, всем пока. Ставим вот такой лайк. Можете вот такой. Ну что, друзья, сегодня 12 августа. Вот. Опять же, пришел, проверил свою сеточку. Вот попалось, короче, 3 карасика и 3 окунька. Вот. Вот таких. Ну, окуньки вот какие. Нормальные, как бы. В 30-ку, короче, попадаются. Или в 35-ку. Вот. В таком вот местечке. Сегодня, короче, буду пытаться ловить щук. Сегодня ветер, короче, не оттуда, а наоборот туда. Мне вот туда вот можно будет сегодня по ветру уйти. Будет намного быстрее и проще до туда вот добираться. А так, тот конец метров, наверное, 400 плыть было против ветра. Тяжеловато на такой маленькой лодке с такими маленькими веслами. Вот. Сейчас стремительно туда уйдем и оттуда уже будем сплавляться. Итак, друзья, решил поменять на вот этом воблере крючки. С вот этого, короче, сниму вот эти вот, видите, крупногабаритные, поставлю сюда. Вот. Сейчас проверим. Видели, вон там кто-то играется. Непонятно кто. Или окунь кого-то гоняет, или что. Ну, так я понимаю, здесь окуня много, друзья. Так, ладно, сейчас пока, ребятки, с одним крючком попробуем бабахнуть сюда. Вон, видите, как все кипит. Кипит прямо все, друзья. Сейчас проверим, короче. Обуваем спиннинг. Так, интересно, кто же там? Мне просто интересно, кто там. Или окунь, или щука. Вот лодочку уже накачал. Сейчас, короче. Лодка где-то спускает, непонятно. Сегодня, короче, думал, лицензии будут на уток давать. Дядька приехал. За 60 км. И обломался. Нифига не дали, короче, сказали, губернатор еще не утвердил эту всю фигню. Сказал, только в следующий понедельник будут готовы. Короче, там что-то на боровую сроки меняются. И не дают. Вот. Сейчас подход у нас вот сюда вот такой вот. Вот, сейчас проверим, что там было. Если что не ушло оттуда. Тануть стал воблер, хорошо. И дальше лететь стал. Кто там, интересно? Кто кого гонял? Или щука, или окунь. Блин, травы взял. Конечно же, если окунь, то
вероятность того, что я поймаю сейчас кого-то, это вообще 90%. А если щука, то она быстрее возьмет. Не знаю, окунь как-то мне вообще не попадается. Не везет мне. Вот только все эти попадаются и все. Так, кто же там, кто же? Вот сюда, может, отошел. Вообще не понять, кто где есть. В каких местах. Может, вот здесь? Может, в этом окне кто стоит? Трава стоит, ага. Ну-ка, вот сюда, если швырнуть. Вот так. Скорее всего, окунёк там мальку гонял. Друзья. Окунёк. Окунь. Акуна матата. Ладно, нажимаю паузу. Короче, не вот здесь, а вон там сейчас плескать стало. Дальше, короче. Метров я не знаю. Вот еще вот здесь, видите, вон, прямо вон. Ну-ка вот сюда сейчас. Сейчас вот сюда вот так протянем. Малька-то ходит. А кто там, не понять. Ребятули. Сейчас еще раз сюда, хоп. Вот так. Но это не чарогайка. Это, наверное, окунек. Жирует. Чарогайка бы уже бухнула в таких... вот этих вот местах. Вот где. Ну, в смысле, если бы это она гоняла, я бы вот так подкинул, она бы уже попалась. Потому что она более жаднее к воблеру. Да, это, походу, здесь бесполезно, ребятки, кидать. Хочу показать, ребята, как он погружается теперь. Смотрите. Вот видите, тонет так, бух, утонул. Как все начинается, вот так вот, вот такой вот, глубина вот такая вот, вот. О. Вот такой вот баркас на воду. Далее. 3,5 колена, можно сказать 4 вот таких вот колена, лодка шириной. И сюда вот только садишься жопой. И все. Больше никуда не садишься. Только сюда. Блять. Нога грязная. Все. Сели. О, бля, вон там кто-то сыграл. Сейчас проверим. Поймал щучку, друзья, одну. Вот сейчас буду вторую пытаться ловить. Что-то камера не писала у меня нифига. Будем пытаться ловить еще одну щуку. Травы много тут. Ёлочек. Ёлочек, вообще море.
Всем привет, друзья! С вами Fisherman Hunter. Я вам хочу сегодня продемонстрировать новейшую нанотехнологическую охоту. Вот в древности люди охотились вот с такими вот деревянными веслами. Они изобретали их как бы по разным методикам, как бы проводили эксперименты, как бы. И вот, вот чтобы вот с такого вот весла попасть, надо сделать корректирующие два отверстия, вот эти вот два отверстия. Они как у стрелы, два пера на конце хвостовике, короче. Они пропускают воздух. И вот с вот этого весла я сейчас постараюсь стрельнуть самую первую попавшуюся утку. И если я ее собью, то это будет нечто, друзья. Так что давайте будем наблюдать за мной. Все, давайте, ждем. Хуя себе весло, утку убил. Друзья, видали? Охренеть, блядь. Вот это, блядь, топовое видео, блядь. Ребята, с опережением взял. Захуярил утку, нахуй. Охуеть, блядь. Айда сюда. Во, блядь. Хуя. Вот этот Fisherman Hunter дает, блядь, широконоску молодую захуярил. Хоть и не открытие, блядь. Но... Подруга, извини, конечно, зачем ты здесь летала? Вот, друзья, я просто вот в шоке. Давайте вот это видео в топ выгоним, пожалуйста, по просмотрам. Вот, ну надо, чтобы у меня видео стрельнуло, друзья. Можете ставить дизлайки, можете ставить лайки, охотники, кто. Оцените, пожалуйста, выстрел с одного весла. Вот оно, одно прекрасное весло, друзья, пожалуйста, оценивайте. Давайте, пожалуйста, ребята, ну... Ставим вот такой лайк. Fisherman Hunter, подписываемся. Смотрим рыбалку и охоту. Наслаждаемся видосами. Я же обещал вам, будет дальше интереснее. Друзья, а чё мой выстрел? Сломал, короче, ей крыло. Вот. Сейчас буду добивать. Уточка, извини, пожалуйста, блядь. Друзья, не повторяйте, пожалуйста, такие трюки. Это нехорошо. Я просто хотел ее пугануть. Ну, это для егерей, чтобы пугануть хотел. На самом деле-то я уже второй раз так стрелял с весла. И получается, что я с двух выстрелов забил утку. Вот. Блин, сломанное крыло у тебя, подруга. Со сломанным крылом утка. Блять, друзья. Это я порыбачил, короче. Ребятки, я передаю эту эстафету любому охотнику, который хочет доказать, что это очень просто сделать этот выстрел вот с такого весла. Именно вот с такого весла ты должен стрельнуть. Именно с такого, с двумя дырками, потому что по-другому не будет считаться. Это деревянное весло с корректирующими отверстиями, друзья. Так что вот давайте. Я хочу, чтобы сделал это ты. Понял? Вот именно ты, который смотришь. Хули ты лыбишься, пацан? Ты не лыбься давай. А ты, дядя, вот так усы свои заворачивай давай. И, короче, стреляй. И сделай мне видеоответ. Пацан, если ты настоящий охотник, и ты можешь выжить в тайге без двухстволки, или одностволки, или хотя бы даже вот такой четырехстволки горизонтальной, то ты должен сбить утку веслом. Ты понял? А теперь я обращаюсь ко всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ребята, пожалуйста, поделитесь этим видеороликом. Вот прям вот возьми и поделись в социальной сети, в Одноклассниках, ВКонтакте, в WhatsApp скинь. Пожалуйста, поставь лайк или отстой. Оставь свой комментарий, если тебе понравилось. Поставь колокольчик на мой канал и обязательно подпишись. Пожалуйста, ребята. Пожалуйста. Вот реально прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, друзья, сразу же после этой утки, вот здесь вот взялась у меня щучина сейчас, короче, вот здесь булькнула. Сейчас попробуем ее взять, потом веслом добьем ее. Корректирующим веслом добивать будем. Давай за нас, давай за вас, и за Сибирь. И за Кавказ, давай скорей, кидай блесну, чтоб рыбина не ушла ко дну. Лови ее, лови быстрей,
И ты тащи в лодку ее скорей. Так. Ах ты. Мы наплыли на нее, друзья. Сейчас проверим вот здесь что. Так. Давай. Дринди-бринди. Балалайка. Ты давай сыграй-ка. Да. Вот сюда закинул я свой, блин, спиннинг-диск. Окунь взялся у нас, а не щука. Окунька я поймал в первый раз. Ставим, ребятки, супер-классик. Окунёчек у нас вот такой. Вот он взялся, прям за крючок. Он с хвоста берет, друзья. Здесь уже и окунь пошел, ребятулечки. Ха-ха-ха. Фишерман Хантер ловит щуку, а поймал окунька. Давай, короче. А-а-а, пальцы мои. Кто-то взялся у нас. Вот она, вот она, вот она, родимая. После окуня взялась щурочка. Чурогайка взялась у нас. О боже, это уж супер класс. Ловил ее на воблер я. Поймал я утку без ружья. Закинул пару раз веслом и попал ей в глаз. Утиные истории. Или щучьи приключения, назовем это видео. О, кто-то ударил. Непонятный кто-то, друзья, там ударил. Сразу же после щучки окуня. Ой, не туда попал, короче. Не туда, друзья. Ну, блин, ты задолбала. Что ты сиди в пакете, подруга. Давай сейчас кинем. Блин, тройник у нас зацеплен, конечно. Но сейчас мы вот здесь прозвоним. Она там и осталась. Во, промазала. Окунь, окунь, друзья. Это окунь здесь активный. Здесь окунь, окунь, друзья. Окунишка здесь. Давайте сейчас устроим жарево. Окуневое. Окуневое жарево. Вот так, хоп. И вот сюда вот так в протяжечку. Травка идет. Травка, блин. Да. Ах ты собака, а. Ну-ка. Тройник у нас, короче, перехлёстывается, блядь. Друзья, вот так перехлёстывается. Это вообще жопа. Да. Что за ерунда? Да-да-да. Куда же она ушла? Здесь вообще кормовая база для окуня классная. Тут, короче, мальки кишит, вообще ходят мальки до хрена. Ребятишки, вообще дофига мальки. Значит, окунь здесь вообще популирует. Популяция обалденная. Ага, вот видите, промазал кто-то. Непонятный кто-то. Или чурогайка, или окунь. Ну как-то это. Без энтузиазма. Это окунек, наверное.
Сюда нужно с вертушечкой, с мелкой. Опять у меня тройник перехлестнулся, блядь. Вот из-за этого, наверное, и не цепануло. Так. Весло зацепили. Пробуем туда же. Возле этого кустика все это происходит. Ну вот на днях, завтра, может, если все нормально, я сюда же опять приду. Прям сюда целесообразно, прям сюда. Либо щука, либо окунь сейчас должна здесь вмочить. Глубина сантиметров 40 здесь. Полметра где-нибудь, 60 сантиметров. Примерно так где-то. Вот отсюда вот сейчас прозвоним. Кто у нас пойдет? Сейчас отсюда его будем брать. Издалека. Тракторист, поди, думает, блядь, что за карлик нахуй на спасательном круге плавает. Трава вонючая, блядь. Опять трава идет. Даже я к ней иду. А не она ко мне. Вот сюда бахнем. Сейчас здесь щука бабахнет. Вот должна где-то она здесь быть. Вот именно вот в этих местах. Да.
Угу. Что-то идет, ребятки. Окунь. Окунь, по-моему. Нет, чурагай. О, классная. Третья, по-моему. Третья щучка. Так, продолжаем рыбачить. Вау, не туда маленько. Вот с этой стороны обгоним. Комары съедают, блин, мелкие, рыжие. Так, сейчас вот здесь, о, блядь, кто-то был. Или окунь, или щука, непонятно. А ветер все дует и дует в ту сторону, друзья. Вообще в противоположную. Все три дня дул в ту сторону. А сейчас меня несет вообще в другую сторону, понимаете? Поменял направление. Наверное, дожди начнутся. Сюзанна. Да. Сейчас вот сюда дзынькнем. Вот здесь что прозвоним, возле травы между. Может, кто и будет, крокодил или полосатик. Никого. Сейчас сюда звякаем. О, промазал кто-то, друзья. Давайте, давайте, сейчас прозвоним туда же. Опять, только подальше. А, нет, туда же попал. О, промазал опять кто-то. Окунишка, что ли? Сейчас маленько туда же, дальше, где первый раз зыкнул.
И сейчас вот здесь просмотрим. Опять мазанул кто-то. А, у нас тройник зацепился, друзья. Вау, ориентир, трава вот эта. Травинка. Так, ладно. Сейчас вот сюда, хоп. И вот отсюда вот сюда потянем. Наверное, нифига я не вытащу этого монстра. Кто здесь был, не понять. Медленнее тащить пробовать. Ладно. Ладно, отсюда. Здесь, ребята, в этом типу ударов больше, чем в том. Ну, в смысле, как больше? Чаще. Чаще, чаще долбит. Так, тройнички в порядке. Опа, опять в траву. В траву кинул, блядь. Обошел. Непонятно, кто там был. Окунь, что ли, блядь. Кунишка, наверное. Потому что щучка активнее бы сработала уже. Я так думаю. Ну вот в этом затоне должны быть рыбы. И щука, и окунь. Сука, трава тоже. Короче, в траву кинул, блядь. Перекинем. Здесь прям такая трава это. И хорошая, и нехорошая. Столбиками вот так стоит. Кто-то сейчас чипнет меня, сейчас я так чувствую. Здесь кто-то должен быть хороший. Тут уже больше килограмма должны быть щуки, друзья. В этом районе. Вот сюда хочу вот так, хоп. Оп. Классно попал. Только интересно, на щуку, не? Сейчас вот в этот прогал. Оп. Уже скоро надо домой, друзья. Газовать.
микрозацеп травяной был.